хорошо. Опусти ручки. Внимание. Не так. Крестьян. Значит, вам за разговор снижают 1 балл. И что я могу сделать? Вы когда-нибудь были на своем уровне? Да, на танцах. Были. На танцах. Вот если там танцоры начинают все по суде говорить, вы снимаете своим уровнем? Да. Снимаешь. Вставай. Крестьян. Объясни мне, Григорий Григорьевич. Григорий, я ударю. Я говорю, раз, дой, уну, дой, треть, по печени дам. Значит так. Первое место. Второе место. Где лупать? Видно. Ой, печка. Буся. В следующий раз мы снова скакалку дам по заднице. Болтун. Находка для шпиона. Итак, первое место, второе место, третье. Решающий. Приготовились. Внимание. Чек! Нет, дальше. О, видите, какой он умный? Видите,
Видите, как он поставил? Сразу выбегает и берет. Так, и так, чтобы сразу. Ой, а ты думаешь, так легче, да? Мне кажется, Артем был прав. Да, но проигрываем только на желтом, говорит, да?
команда, а команда девочки рулит. Вот здесь вот на шире. Корова Венус. Корова Венус сюда. И топ-4 вон туда. Так, лицом ко мне. Артемчик, возьми Кристиану, мячики поставьте наверх. Вы возьмите скакалки, поставьте туда. Итак, сейчас мы определим чемпиона. У нас здесь два класса. Шестой. Шестой, седьмой. И седьмой, да, и седьмой. Еще раз. Артем, ты в каком классе? А, бойчик. Все, да? Итак, Оливье, Треп. Так, первое место. Девочки рулят! Первое место заняла команда шестого класса. Поэтому награждается преподаватель. Классный руководитель. Классно, да? Так, девочки, вы расстались, там есть классные руководители, вы будете делать подарки. Алинея? Конечно, я заслужу, сколько я делаю за ними. Второй вопрос. Артемчик, сколько ты порций кушаешь? Спасибо.
бежать в туалет или нет, когда один раз уважен. А если он тебе не нравится, потому что... Мне тоже не нравится. Ну... Докапывается, как бы. Докапывается. А ты его меняешь? Не знаю. Вот она и...